Доброе утро. Вот видите, Витя вчера накосил. Мне теперь все это надо смести в одну кучу, а потом я этим делом замульчирую, где надо. Вот. Такие вот дела. И да, этот день случился. Меня уже с утра девочки поздравляют. Любаш, Саранча, Оксана. Ну, в общем, девочки поздравляют. Я только успеваю отписываться. Но хочу сказать, это, знаете, такой праздник со слезами на глазах. Радоваться особенно нечему. Вот мне еще нужно поздравить Егорку, ему сегодня 12 лет. И Грише сегодня 12 лет. Вот так у нас в одной семье вот столько дней рождения в один день. Что-то у меня с насосом. Уже, видимо, наверное, к концу его деятельность подходит. Видите, как работает. Давно ничего тут на летней кухне. Как ребята уехали, я отсюда ушла. Вот все тут пылище, грязище. Арбуз немножко охладить. Так. И тут не пойми что, надо вот мне сейчас тут разобраться, убраться. То гости приедут, а тут, он, видите, как на столе работало, так и все и это. Вована! Здравствуйте! Ох ты, мать твою! С днём рождения, дорогая! Новые гости! А где остальные? Приеду. С днём рождения! Спасибо большое! Муха, привет! Привет! Не закрывай ты её! Не закрывай! Видите, девушка у нас какая. Пошла проверять! Алиса маленькая, петербурженка. Так, у нас уже мангал там. Всех полили. Скажи сейчас. Скажи, ее фиг обманешь меня. Да, да. А скажи, из хрустальной вазы уже пила. Муха. Она больше испугалась крику твоему. Надо было потом пить. Вся мокрая, жарко. Мясо пожарили, вот теперь уже было. Да, сейчас еще курочка будет. Ой. Господи, на жаре тут у мангала Тамарина. Любочкин праздник. Вот так вот, вот так вот. Народ к разврату собрался. Ну что ж, разъехались мои гости. Так хорошо было, так стало грустно, разъехались. Приехали Витя с Олей и подарили мне вот такую кружку. Это Беларусь делает. Говорят, под пиво. Я говорю, какое пиво? Ну, будешь молоко пить. Я говорю, можно и как вазочку использовать. Ой, мои хорошие. Ой, надарили мне сегодня, даже вот такой цветок привезли. Вот это вот я очень приветствую. Мне букеты жалко. Жалко, ну что, это уже не живые цветы. А тут вот, пожалуйста. Ну, да, с моими занавесочками, как хорошо. Ярко. Ну ладно, иду закат снимать. Вот такой закат сегодня. Я уж смеюсь, говорю, девчонки, это же праздник со слезами на глазах. Ну, какой это уже, что это, праздник? Но очень приятно, очень приятно. И Мира приходила.
посидела с нами, поздравляла меня. И девочки вон из Питера приехали. И Лена, и Марина, и Катюша, и Алиса, и подруга Маринина. Вот. И, в общем, только единственное, что жара, они приехали днем. И главное, все проголодались. А шашлыки, ну вот прям сразу поели, и все, и наелись. И потом сидели уже, тянули все вот это дело. Вот. Ну, девчонки вина попили домашнего. Вот. А я-то чего? Я трезвенник. Я с кусочком арбуза сидела. Ну, очень приятно, что в день рождения я не одна. Все звонили, понятное дело, и Костя, и Макар, внук старший, и Егорка мой из Болгарии. Он сказал: бабушка, мне так тебя не хватает. Все, я заплакала. Как я скучаю по ним. А теперь неизвестно, когда увидимся или не увидимся. Очень прям. Я говорю: как ты там? Он говорит: хорошо. Мне все говорят, что я вот за эти 9 месяцев, там, сколько он с октября живет в Болгарии, что я прям достойно говорю, но надо еще, конечно, отшлифовывать язык. Умничка, ему сегодня 12 лет. Мне его Маша подарила на день рождения. Вот, так что поздравили друг друга. Ну, в общем, все очень хорошо и достойно. Единственное, девочки, кто мне писали, поздравляли, я вам завтра отвечу, ладно? Сегодня уже у меня нету сил никаких. Вот. Видео будет маленькое. Особенно я не снимала, потому что жарище было, девчонки все разделись. Ну, и когда... Удобно снимать людей полуголых за столом. Вот, поэтому маленькое видео. Вот, ну что, пойду сейчас отдыхать. Я вот только перемыла посуду. Даже не стала поливать ничего, завтра полью. Вот, пойду отдыхать. И вам надо отдыхать, и у вас день прошел. Вот я вам так говорю, да, а вы смотрите днем. А я тут про отдыхать. Вот. А так, ну, новостей больше никаких нет, потому что, собственно, я сегодня, кроме как с утра траву подметала, ну, и больше практически, ну, что практически, руками ничего не делаю. Картошку почистила только, поставила варить, и все, я больше ничего не делала. Сидела и болтала, языком работала. Вот, так что за работу возьмусь завтра. Надо и цемент делать, давно из цемента не делаю. Вот, и буду завтра видео выкладывать. А сегодня пошла отдыхать. Так что вам, зайчики мои хорошие, тоже хорошего вечера, спокойной ночи. Зайки мои, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и писать комментарии. Хоть коротенькие, просто... Просто напишите привет, и все. Надо вылезать из этой ямы, потому что я как-то из-за того, что мало комментариев, мало лайков, я пропала, меня нигде не рекомендуют. Я провалилась в яму в какую-то, и никак не выбраться из этого. Это очень обидно. Я же каждый день работаю, каждый день снимаю. Вот, и... Сами понимаете, хочется, чтобы все-таки какой-то результат был. Вот. Поэтому я на вас надеюсь, мои дорогие. Вы меня никогда не подводили. Давайте, мои зайчики. Рыбоньки, зайчики, девочки и мальчики, я вас обнимаю, целую. Ну и до завтра. Пока-пока. Ой, как хорошо вечером. Ну, ведь сейчас комары, блин. Ну, а днем жарко очень. Очень жарко.
Ладно, давайте, зайки. Пока, мои дорогие. Пока-пока. До завтра.